24 декабря в Магадане прошла информационная акция «Узнай о своих долгах». В ней приняли участие приставы-исполнители и сотрудники ГИБДД. Провели ее с целью помочь должникам погасить задолженности через интернет. Сейчас разработаны сервисы для удобства граждан, которые располагаются у нас на сайте ФССБ России и ее территориальных органов, а также на сайте Госуслуги. С помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» граждане могут узнавать, имеется ли у них долг, и также самостоятельно его оплачивать, авторизуясь на сайте Госуслуги. Также судебные приставы с сотрудниками ГИБДД провели рейд на дорогах, в котором водителям были предложены информационные листовки. Любовь Голебиевская, Илья Пачин, «Магаданское время».